возвестне Твое, желажене Твое именем Марфа пьет его дом свой. Храм новомучеников и исповедников российских в Заречье возводится с 2010 года, и впервые божественную литургию здесь возглавил благочинный Одинцовского церковного округа протоиерей Игорь Нагайцев в сослужении настоятеля священника Александра Коновалова и диакона Ильи Есина. За богослужением пел приходской хор, молились прихожане, жители Заречья, чьими молитвами и усилиями возводится храм. В его внутреннем убранстве большой шаг вперед, поскольку уже в своих основных чертах возведен красивейший иконостас, но работы в разгаре, потому и строительные леса, что не является препятствием для прихожан и причастниками в этот день покрова Пресвятой Богородицы стали все присутствующие на литургии. По окончании литургии практически под проливным дождем состоялся чин освящения 13 новых колоколов для строящегося храма. Его возглавил отец благочинный. Благословляют и освящаются камбаны сия, окропление воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Зареченский храм наконец обретает голос, возвещающий благую весть для всего поселка. А отец Игорь высказывает слова благодарности. Благодарности за то, что много лет назад вы молились, стоя в котловане, рядом с которым не было ни одного строения. Наступает минута, когда каждый может прикоснуться к колоколу, увидеть именно тех, благодаря кому эти компаны заказаны, отлиты и доставлены на Зареченскую землю. Кроме того, здесь и лики святых, и их небесных покровителей. На этих колоколах, на основном колоколе, написаны имена, в первую очередь, Дмитрия с его родными и близкими, кто помог нам эти колокола приобрести для нашего храма. Ну а дальше на всех колоколах многие-многие дорогие из вас найдут свои имена, которые прописаны как помощников, благотворителей и, конечно же, созидателей этого храма. Но тот звон, который будет изо дня в день изливаться с нашей колокольни, снова и снова будет свидетельством о том, что каждый из нас принимает посильное участие в строительстве этого Божьего корабля, этого Божьего дома, этого нашего духовного островка на Зареченской земле. Ребятишки, воспитанники воскресной школы в память о дне освящения колоколов получают в подарок от благочинного и настоятеля храма маленькие колокольчики. Воскресная школа – место в Заречье, где дети счастливы. О Боге все время говорим, там поделки, рисуем. А тебе что больше нравится в воскресной школе? Ну, рисовать. Я на рисование уже хожу 5 лет. Усилиями настоятеля храма отца Александра и зареченских прихожан храм стал настоящим духовным центром поселка. Освящение колоколов – событие большое, укрепляющее в вере. Я очень долго этого ждала, как бы мы все ждали этого события. Звук этого колокола, да, благовест, он будет все-таки призывать людей больше вот к храму. И мне кажется, это событие очень большое, когда именно колокола вот звучат, там, как бы их повесят, и они будут звучать, и многие будут слышать, даже кто, может быть, и не приходил, а вот будет приходить на звон, потому что он, мне кажется, просто вот всю душу прям переворачивает. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания «Одинцова».